Сочинская Олимпиада под угрозой срыва. Всему виной возможный саботаж. Счетная палата России проверила строительство центрального стадиона в будущей олимпийской столице. Именно на нем должна состояться торжественная церемония открытия игр. Аудиторы не сомневаются, исполнители проекта умышленно затягивают сроки выполнения работ. Вот только для чего предстоит разобраться. Звят Чедлишвили продолжит. Чем ближе Сочинская Олимпиада, тем ниже темпы строительства. Казалось бы, наоборот, объекты должны возводиться днем и ночью. Ведь до главного спортивного события 2014-го остается всего ничего, меньше 2 лет. Но строительные компании, как выясняется, не торопятся выполнять взятые на себя обязательства. Случилось то, что уже давно прогнозировали многие наблюдатели. Дорогостоящая Олимпиада в Сочи оказалась под угрозой срыва. Тревожный сигнал поступил из счетной палаты. После очередной проверки аудиторы выяснили, строительство центральной арены отстает по срокам. А ведь именно на этом стадионе должна пройти торжественная церемония открытия зимних игр. Все это начинает походить на намеренный саботаж, заявляет счетной палате. Что стоит за этим? Срыв Олимпиады или намерение получить дополнительные средства для ускорения работ? Еще предстоит разобраться. В дополнение ко всему, центральный стадион возводится со значительными нарушениями. Аудиторы счетной палаты обнаружили, экспертного заключения по одному из этапов строительства арены вовсе не существует, но работы начались. К тому же подрядчики, а это некое объединение «Инвиаком», еще не построив объект, уже расходуют деньги, предусмотренные на эксплуатацию готового стадиона. Кстати, в июне этого года в госкорпорации «Олимстрой» хотели расторгнуть договор с «Ингиакомом», но позже почему-то передумали и не стали этого делать. В счетной палате разводят руками, если ничего не изменится, то открывать Олимпиаду будет негде. Да и незачем. Без главной арены проведение игр вряд ли возможно. В самом «Олимстрое» делались дежурными заявлениями. Стадион будет сдан в эксплуатацию вовремя, а игры состоятся, несмотря ни на что. Перенос Олимпиады, как прогнозируют некоторые скептики, не будет, обещают в госкорпорации.